И вот война и грядущие скорби, которые нависли над нами и уже висят в воздухе, как писал старец, «далее набухли скорбями и бедами, страх наведя на живых». Они заставляют нас обратиться к теме скорбей, к правильному пониманию, потому что на самом деле это и есть ключ вообще к пониманию духовной жизни, к пониманию того, где правильная наша перспектива и куда мы движемся, и к отделению православного болота, которое не дает освобождения от подлинного узкого духовного пути, которое приводит именно к побегу из тюрьмы и к рождению как бы новой жизни в человеке.